Здравствуйте, господа. Сегодня мы подготовим матч-реванш по двум ножам. Это у нас 65G и D90. Ножи приведены примерно к одинаковой геометрии, примерно к одинаковой толщине сведения, заточены одинаково. И будем, то есть, ну, минимализированы физические различия между ножами. Дальше будет играть только старт. Посмотрим, что у нас выйдет в этот раз. Так, заточка на обоих ножах. Примерно на одинаковый угол. Острота нормальная. Начнем, пожалуй, с D90. Так. У нас будут средства фиксации. Или без монеток обойдемся в этот раз. Да хрен с ней. Я так думаю. Так, ну, поехали. Неудобно, конечно, без пятки совершенно. Ну, начал немножко задирать. Ну, пока реже. Сорок. Пятьдесят. Появились такие участки, заметьте. Шестьдесят. В общем, будем резать, пока не перейдет на уверенных три движения. Ну все, нож уже еле режет. Нож замялся порядком. Как бы дальше насиловать себя не хочется. Того у нас 70. Да? Прошлый результат 130 резов. Да, то есть с уменьшением толщины и угла он уже отказывается держать заточку так.
Железка оказалась достаточно мягкой при обработке. Твердость у нее невысокая, она легко заминается. В принципе, даже руками ее можно погнуть. Вот. Теперь 65Г. Сведена также. Заточена также. То есть посмотрим, не будет ли она при таком сведении сыпаться или как-нибудь иначе себя вести. Шестьдесят. Семьдесят. Девяносто. Сто двадцать. Сто семьдесят.
180. Сто девяносто. Двести релов. Много. Немножко начал задирать бумагу. Появились, видимо, точечные повреждения. Так, ну продолжим. 200. Двести 10 рейзов, это, кстати, прошлый пройденный рубеж. Прошлый тест этим же ножом остановился на 210. Двести 20. 230. 240. 50. 250. Ну вот, наш потихоньку переходит на два движения. Ну, пока я бумагу режу. Канат еще режет. Усилия, конечно, уже повыше гораздо, чем сначала, но тем не менее не такой, как здесь. Так, 250, да? Угу. 260 резов – это результат антипчак из 9 хс, закаленного на 65 раков. Двести 280. 290. 300 резов. 320 резов. 330 резов. 340 резов.
350. Ну, уже видно то, что... Ну, да. У нас уже пошел тяжело. Ну. Бумага уже цепляет. Так, ну что, попробуем до трех. Пока реже. Ну, тебе продолжать. Попробуем догрызть. Так, 350 у нас. Триста шестьдесят. Триста семьдесят. Восемьдесят. 380. Триста девяносто. Ну, 400 уже было. А, уже было. Я просто что-то завернулся. Знаешь, ты уже 9 хайс впереди я резал. Ну, догрызем кусочек, чтобы не оставлять. Пока еще два движения режет более-менее. Раз. Четыреста десять. Ну вот, пошел в три. Ну, будем считать, что хорош. Началось три движения. Видимых каких-то крупных замятий, ну вот у основания есть немножко, но куда как меньше, чем на данном ноже. Ну, в принципе, вот результат очевиден. При более-менее равной геометрии, равных углах заточки, при том, что на ноже теперь обычный машинный сатин, не полировка, это тоже сколько-то может влиять на качество прохождения через канат, ну, я думаю, не стоит существенно. Вот.